Приветствую на канале Товарняк. Спасибо, что зашли. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все товары, как всегда, в описании и закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Лазерные дальномеры CNDVA. Полезный прибор, особенно при строительстве и отделке. Позволяет за пару секунд очень точно определить дистанцию до объекта, например, соседней стены или столба. Есть несколько моделей, самая топовая может определять дистанцию до 120 метров. По опыту использования, более 50 метров измерять не приходилось, поэтому можно не переплачивать. Work Pro. Готовый набор инструментов по цене гораздо меньший, чем можно встретить в строительных и хозяйственных магазинах города. К тому же присутствует удобный кейс для хранения со своими отсеками. Идеально подойдет в качестве подарка в молодой семье, пока еще не успели обзавестись отдельными. Качество хорошее, судя по отзывам, уж точно не пластилин. Хотя брендом, конечно же, проигрывает. Универсальный мультиметр. Ни один ремонт не обходится без электрики, поэтому рекомендую обзавестись приличным мультиметром, позволяющим точно определить ток, напряжение и многое другое. С ним легко можно прозвонить цепь, измерить просадку напряжения и многое другое. Ну и в бытовых целях можно смотреть батарейки, аккумуляторы и прочие источники питания. Электрическая дрель Hilda. Незаменимый инструмент при ремонте и различных работах по дому. Является ключевым из джентльменского набора настоящего мастера и занимает первенство наряду с перфоратором. Позволяет просверлить отверстия в металле, дереве, кафеле и других материалах. С помощью него и насадки миксер можно за пару минут замесить раствор клея, шпаклевки и других связующих материалов. Рекомендую версию на 16V. Unity. Более продвинутый аналог дальномера. Думаю, не секрет, что дальномером не всегда можно измерить мелкие переходы и выступы, поэтому без хорошей рулетки никак не обойтись. Скажу прямо, при реальном ремонте дешевые варианты живут не очень долго, ломаются механизмы, от грязи начинают скрипеть, барахлить тормоз и прочее. Поэтому выбирайте качественные. Для больших измерений здесь присутствует лазерный дальномер, что очень удобно.